Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем вот такую вот шапочку. Вот такую шапку мы сегодня вяжем. Кому интересно, оставайтесь со мной, вяжите, носите. А мы начнем. Давайте начнем, девчонки. Спицы 3,5, пишу здесь. 3,5 миллиметра. Ниточки 330 метров. 100 граммах. Так, сколько уйдет, потом скажу в конце. Так, набираем 119 петель и вяжем вот такими вот полосками, полоски чередуя лицевую изнаночную гладь. Для новичков, девчонки, совсем для новичков, вот чередуем мы по 5 рядов. Вот они написаны. И вот по этому списку 5 раз. Лицевой ряд, лицевыми петлями, изнаночными, лицевыми, изнаночными, лицевыми. Ой, не 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 раз. 7 раз. Чередуем вот этот вот раппорт. Для того, чтобы достичь вот этой резиночки, как бы так называемой резиночки. Далее, основной узор. Девчонки, вот так вот нарисовала схему. Я надеюсь, будет понятно. Зеленый у нас изнаночная петля. Я вот так вот просто пишу. Изнаночная. Розовым у меня нарисована лицевая петля. Лицевая. Так. Переходим на основной узор. Теми же спицами. Пыталась вязать разными плотностями, разными спицами. Я же говорю, я уже 2 дня потратила на эту шапку, чтобы к чему-то прийти. Надеюсь, придем к идеалу. Значит, раппорт у нас состоит из 13 петель. Вяжем 12 петель лицевыми, 1 петля изнаночная. И так до конца ряда. И 1 изнаночная. Продолжаем таким образом до конца ряда. Далее продолжаем вязание со второго ряда, но отсюда. То есть это у нас первый ряд и второй ряд. Второй ряд у нас начинается с изнаночных петель, но в лицевом ряду, вернее, с лицевых петель, но в лицевом ряду они будут выглядеть как изнаночные. Соответственно, изнаночные в лицевом ряду будут выглядеть как лицевые. То есть в итоге у нас должна получиться вот такая вот фигура из лицевых и изнаночных петель. Ну, не одна, а сколько у нас раппортов? У нас там 9 раппортов. Вот это у нас лицевые петли, зеленым изнаночные. Вот такой вот ромбик у нас разделенный по диагонали должен получиться. То есть сейчас вяжем вот по схеме. Первое, мы передвигаемся вот так вот справа налево. Первый ряд, второй ряд, первый, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Продолжаем вязать по вот этой вот схеме. Далее продолжим по-другому. Девчонки, вот хочу вам показать. Смотрите, как выглядят эти прямоугольники. Вот то, что я говорила. Лицевой по диагонали и треугольник, и изнаночный. Мы продолжаем вязать по той же схеме, но начинаем вязать слева направо. Да, это непривычно. Хотите, себе схему перерисуйте, но я думаю, ничего сложного, если вы просто остановите видео вот так вот и будете вязать вот слева направо. Вот так вот теперь. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Показываю. То есть у нас теперь будет тот же прямоугольник, но в обратном порядке. Смотрите, там, где была у нас лицевая, вот последняя, она у нас лицевая, да? Вот мы эту схемку довязали.
Теперь мы вяжем ее, вернее, она в изнаночном ряду была изнаночная, вяжем изнаночной, начинаем отсюда, и 12 лицевых. Вот, мы начинаем новый прямоугольник, который у нас будет вот так вот расположен теперь. Вот наш изнаночный. То есть, если мы будем вязать по этой схеме, но в обратном направлении, все точно так же, как здесь нарисовано, то у нас получится вот такой вот прямоугольник. Вот эта половина его будет из изнаночных частей, а розовая это из лицевых частей. Вот. И так далее, девчонки. Вот потом мы будем чередовать эти треугольники друг с другом. Такой, 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 такой. То есть вяжем эту схему, довяжем до конца. И будем снова начинать с вот этой вот схемы, как мы начинали в начале. Вот так вот выглядит этот узор. Вот видите, то, что я вам говорила. Один раппорт, так вот треугольничек. Вторую так. И снова чередуем. Всего 1, 2, 3, 4, 5, 6 раппортов я провязала. Далее вяжем чулочной гладью и делаем макушку по такому вот принципу. 11 лицевых, 2 вместе. Это в первом ряду. Далее будет 10 лицевых, 2 вместе. 9 лицевых, 2 вместе. 8 лицевых. Вот. Двигаемся от верха до низу по моей вот этой вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мы провязываем вместе. Вот как раз это получается, вклинивается в наш раппорт. Изнаночный ряд мы вяжем изнаночными петлями и продолжаем по вот этой вот схеме. То есть каждый раппорт у нас будет вот так вот сужаться. Так, девчули, вот смотрите, вот они уголочки, видно. Вот эти сектора, которые мы убавляли по вот этой вот схеме. Теперь осталось нам провязать 2 ряда всего. 2 ряда мы будем вязать уже без никакой схемы. Таким вот образом кромочные снимаем и далее идем по 2 вместе до конца ряда. И следующий ряд то же самое. По 2 вместе, 2 ряда. Вот так вот это выглядит. Вот сколько петелек у меня осталось после 2 рядов. Ниточку я переодеваю на иголочку, и оставшиеся петли я переснимаю на иглу. И просто их стяну и шапку сошью. Стягиваю все оставшиеся петелечки. Складываю лицевой стороной вовнутрь и сшиваю вот. Вот готовая моя шапочка. Девчулечки, меряю я вам ее. Если хотите чуть помельче, не хотите такую глубокую, вот у меня 33 сантиметра высота ее. Можете сделать на один раппорт меньше. Это уже на ваше усмотрение. И ширина 25-50 сантиметров. Вот. Макушечку вам покажу. Так вот выглядит макушечка. И сейчас сделаем примерочку. Вот, девчонки, она эта шапка. Ну, это, конечно, на весу. Тут, конечно, ее надо так как-то по своей голове. Но вообще, если честно, то, наверное, надо на один раппорт меньше здесь вязать. Ну, это вы смотрите, кто-то любит прям такое, чтобы там висело, как у кенгуру карманчик. Кто-то любит поменьше. Ну, вот, в общем, вот такая вот здесь вот оно, этот узор вот так вот прям складочками складывается красивенько. А здесь вот так вот висюлька такая. Вот. А я с вами прощаюсь, девчонки. С вами была Вика из школы рукоделия. Ой, моя девушка что-то... Ей на глаза. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока. До новых встреч, до новых видео, до новых мастер-классов.